Каждый масштабный турнир начинается с церемонии открытия. Финальный этап в рамках 12-летней спартакиады учащихся России исключением не стал. Все по канонам больших праздников. Парад открытия, творческие выступления и слова напутствия от организаторов турнира. Сегодня город Барнаул принимает лучших кикбоксеров страны. И я горжусь, что ощущаю эту мощную энергетику этого старта. Главной ценностью которой является дружба и спортивное братство. За рингом друзья-товарищи, а вот внутри принципиальные соперники. Первый день соревнований показал, что легкой прогулки на этом турнире не будет ни у кого. Каждый поединок держит интригу о победителе до последней секунды. У нас представлены здесь 9 весовых категорий на спартакиаде. И все они полные, скажем так, не менее 8 человек в каждой весовой категории. То есть это говорит о том, что у ребят большая конкуренция, и чтобы дойти до финала, 3 боя как минимум им нужно провести. Причем собрались спортсмены, есть и первые номера, которые на прошедшем первенстве России завоевали золотые медали. Есть и призеры первенства России. То есть конкуренция в весах довольно-таки хорошая. Что касается наших бойцов, Александра Логачева, Василия Юрченко, Марата Гречушкина и Трофима Бучнева, у парней выдали сложные и эмоциональные поединки. Некоторые из них за сегодня провели 2 боя. Уже завтра в 10 утра в спортивном комплексе «Победа» стартуют полуфиналы и сразу же финальные поединки. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.